Всем привет, гости и подписчики канала. Вы на канале Food Testing Mukbang. Сегодня у нас с вами будет распаковка офицерский паёк. Индивидуальный рацион питания. Я так понимаю, на целый день рацион номер один. И сейчас мы с вами его откроем. Данный рацион питания, как написано, не для продажи, но есть в свободном доступе везде. Давайте его открывать, наверное, сверху откроем, распечатаем, ножичком надрежем, аккуратненько. Так, ножичком, опа, сейчас посмотрим, что там запаковано. Коробка фольгированная, как термопак из-под молока, чтобы влага не попала, ничего не намочило. Сделано из такого же материала. Так. И тут у нас еще одна коробочка. Вот так ее выдвигаем. О! Сколько тут всего. Все, пусто. Коробка пустая. Оставляем ее в стороне. И будем сейчас рассматривать, что же здесь такое у нас лежит. Первое, что нам бросается в глаза, это повидло яблочное. Вот в таком вот пакетике. Все запечатано. Яблочное повидло. Следующее у нас идет концентрат для напитка сухой фруктово-ягодный, быстрорастворимый, клубничный. Это, наверное, принцип того же самого юппи, зука и так далее. Тут у нас их сколько? Раз, два, три штуки. Следующая у нас бумажка. Разогреватель портотипный. Это маленькая печка-щепочница. Мы с вами ее тоже распакуем, посмотрим. Для сухого горючего. Следующее у нас спички. Рис с курицей и овощами 250 грамм. Потом говядина тушеная, первый сорт, мясные консервы кусковые, тоже 250 грамм. Потом у нас идет мясо с зеленым горошком и морковью. Тоже 250 грамм. Потом шпик соленый 100 грамм. Икра из кабачков тоже 100 грамм. Потом пюре протертое натуральное яблочное. Довольно-таки много всего. Так, сыр плавленый, 80 грамм. Сколько всего тут накидано? Оп, еще две баночки. Паштет печеночный, 50 грамм. Паштет нежный, 50 грамм. Армейский шоколад. Такой вот протеиновый батончик, 30-граммовый. Какао тертое. Такое вот. Значит, разное там. Потом галеты. Раз, два, три, четыре. Четыре пачки галет. Сахар белый. По 20 грамм фасовка. Раз, два, три. Кофе растворимый, даже кофеек есть в рационе. Чай майский, два пакетика чая. Да тут, если так посчитать, тут вообще нормально, объесться можно. Так, сливки сухие растворимые, это для кофейка, для кофейка. Сразу хоп, кофе и сливки есть. Перец, такой вот перчик. Так, какие-то салфеточки
А как же, салфетка нужна. Нужна. Рацион трехдневный. 3 ложки. Все четенько. 3 ложечки. Вместо хлеба галеты. Ну, все понятно. Пюрешечкой намазал, съел. 3 ложки. Так, потом вот это у нас что такое? А, жевательная резинка. 10 штучек. 10 дрожжей. Со вкусом мяты и ментола. Жвачки. Жвачки. Потом салфетка дезинфицирующая. Ну, спиртовые салфетки. 3 штуки. Утро, обед и вечер. Так же самое. Так, потом соль. Соль. Нож пластиковый. Не знаю, ну, может мясо там порезать или что-нибудь такое. Так, таблетки. Дезинфицирующее средство для обеззараживания воды. Таблетки для обеззараживания воды. 3 штуки. Ну, так же самое, если там чай приготовить или что-то, таблеточку кинул, обеззаразил, помимо того, что прокипятил, так еще и обеззаразил. Таблетки. Потом, что-то такое. Не знаю. Биологическая активная добавка к пище. Поливитамины. Поливитамины. Поливитамины какие-то. Так. Это витамины, инструкция. А, вот этих вот поливитаминов инструкция. Это витамин А, В1, В2, В6, В12, С, Д3, Е, В3, В7, В5, В9, кальций, йод, железо, медь, цинк, марганец, селен. Все вот в этой вот таблеточке все это содержится. Так, инструкция, значит, таблетки. Потом, что это у нас такое? А так, к печке к нашей. Инструкция, выписка, инструкция. Таблетки, это на таблетки обеззараживающие, бумажка. И перечень всего, то, что мы с вами достали, перечень вот этих вот всех надлежащих продуктов, приспособлений, которые находились в этой коробке. Больше здесь ничего нет. Так, что, не знаю, будем с вами что-нибудь пробовать или не будем? Я даже не знаю, не знаю, не знаю. Наверное, это будет просто видеораспаковка. Дегустировать мы с вами из этого ничего не будем в этом видео. Лучше мы с вами следующее видео, именно дегустация сухого пайка офицерского, выпустим следующим роликом. А распаковка на этом подходит к концу. Так что, если тебе понравилось видео и ты хочешь поддержать канал, хочешь, чтобы мы распаковали то, что ты напишешь в комментариях, пиши. Пиши, что продегустировать. Пиши, что хочешь, чтобы съели. Все пиши. А на этом все. Всем пока. Удачи, дорогой друг.